На прямой линии с Владимиром Путиным южноуральцы поставили своего рода рекорд. Сегодня им удалось дважды задать вопрос президенту. Второй вопрос прозвучал в конце третьего часа от 19-летнего студента Аркадия Бодрягина. Он находился прямо в студии прямой линии. Аркадий учится в Русско-британском институте управления и представляет движение «Молодые профессионалы». Он поблагодарил главу государства за поддержку движения WorldSkills и спросил президента, как молодым представителям трудовых профессий наладить взаимодействие со средним и малым бизнесом и будет ли повышение пенсионного возраста. Вот что на это ответил Владимир Путин. Эксперты полагают, что если нам этого не сделать, то тогда уровень пенсионного обеспечения будет просто сокращаться. Количество неработающих увеличится, а количество работающих уменьшается. Вот это все реалии, с которыми мы сталкиваемся, которые мы должны иметь в виду, но принимать такие решения нужно взвешенно, без всякой суеты и спешки. Аркадий Бодрягин – сын известного челябинского бизнесмена Андрея Бодрягина. Мы связались с отцом по телефону и выяснили, почему его сын задал именно эти вопросы президенту. Потому что он молодой, 19-летний бизнесмен. Он же бизнесом вовсю занимается, поэтому его очень сильно беспокоит. Он хочет заниматься бизнесом, он строит свою карьеру. А по поводу пенсии, он о папиной пенсии, видимо, уже беспокоит. Папа беспокоится о его будущем, а он о папиной пенсии. Напомню, что раньше Аркадий Бодрягин встречался с Борисом Дубровским. В 2016 году студент получил медаль за профессионализм в компетенции «Гостиничный сервис» на соревновании WorldSkills 2016. Спустя несколько месяцев губернатор Челябинской области провел встречу с участниками и победителями.